такие, походу, домики. Нехило, нет? Ведь мы такое сняли, батенька. Обалдеть. Вон, ресепшн, свободный номер, горят. Это наш, походу, в самом конце. Нормально, да? Здесь мы будем жить. Я останусь, если по лени пройдете. Так, а где мы жить будем? Вы блогеры, что ли? Да. Вы блогеры, что ли? Как приговор. Показывайте нам. Так, если курить, вот у вас начнется курение, от этой двери свой ключ у вас будет. Пойдемте, ведите нас. Завтрак не нужны будет вам? Нет, наверное. Так. Третий номер у вас. Третий номер, пойдемте. Пожалуйста. Пойдем. Посмотрим. Пойдемте с нами, не хотите? Ну, как мини-гостиница здесь. Вот наш номерок. И недалеко-то идти. Я так понимаю, картины, которые... Именно Суздаль что-то мне подсказывает. О, ну хорошо. Мне уже нравится, как чистенько. Так, смотрим. Я разуюсь. Столик. Окошко с видом. Батюшки! Батенька, а ну врубай свет везде. Ну ладно, прилично. Фен есть. Опять мы тоже везде. Мой фен всегда мы привозим, потому что я без него жить не могу. Ну что? Ну, блин, неплохо. Так, какого-то рода второй этаж. Говорю о цене. 11200 это стоило. Сейчас. Класс? Класс? Да. Сейчас, подождите. Ребят, поднимаюсь. Вы же знаете, у меня уже возраст, я же не могу быстро. Ну, деревом пахнет. Здорово. Здорово. Окошко маленькое здесь. Там получается, как будто бы у вас... И вот наша машина здесь где-то, вот она. Получается, внизу у вас есть обеденная зона. Ну, не у вас, а у нас. А на втором этаже у вас, у нас есть кровать. Вместо телевизора будем смотреть картину. А чё? Спальня нужна для того, чтобы спать. И давайте спустимся. Господи, не шандарахнуться бы. Я же вам нужна живая, здоровая, красивая. С целыми ногами и руками. Всё. Мне нравится. Тебе нравится? Да, телевизор здесь есть. Телевизор здесь есть. Круто. Здорово. Пойдем. Мы уже пошли гулять, естественно. Погодка так и шепчет. Давайте вам буду показывать самые интересные, красивые моменты, на мой взгляд. Если буду знать, что это, то буду говорить. Если не буду, то будете любоваться только картинкой. Проглядывается надпись «Кинотеатр». Ну, а тут, как я понимаю, колокольня. И туда даже есть вход наверх, потому что там наверху были люди. Может быть, смотровая площадка какая-то, точно не знаю. Пойдемте посмотрим. По всему, да, можно, наверное, купить билет и зайти. Домики здесь, это самое такое интересное и приятное. Я люблю такие старые постройки. Прогуляться. Это центральная улица города, которая делит город на две части. Как я это понимаю. Вот, пожалуйста, вам... Ротенбург на Таубере. 2634 километра. Но мы туда не собираемся. Так вам на всякий случай сказала. Вот, это улица Ленина. Туристов очень много. Вот еще одна красивая. Жалко, табличек нет для таких, как я, чтобы взять и почитать. Как будто в деревне находишься. Не в городе, а в деревне. Здорово. Заведение, кстати, нам порекомендовали. Ну, пока мы туда не идем. Ну и вот такой транспорт тут ходит. Здорово, да? Вот вышли мы на площадь. Ой, посмотри, вдалеке тоже видно. Завтра утром рано мы выйдем. Нам надо утром рано выйти для того, чтобы туман посмотреть. Ну, пожалуйста, на лошадках. Ну здесь же торговый рынок. Вон туда посмотреть, чтобы выйду в поле с конем. Понял? А что, это про Суздаль, что ли? Нет, не про Суздаль, но с конем-то можно выйти. Все, уже торговые ряды закрылись, по-моему. А нет, там что-то есть. Ну, пойдемте посмотрим. Крыша.
Везде медные крыши. А вот тут еще какие-то, видишь, там даже стульчики, столы стоят. Интересно. А мы пойдем вон туда посмотрим? Вон туда. А потом вернемся в ряды. Тут сплошь туристы, мне кажется, местных жителей вообще прям 1-2. Все остальное туристы. Пойдемте, ребят, я вам буду просто показывать. Кто хочет, смотрите. Это Суздаль. О! Что это тут? Интересно. Это как смотровая, что ли? Видимо, да. Да, говорит, красота, красота. Не зря мы приехали, погодка хорошая. Я телефон держу, но я смотрю глазами. Здесь потому что самый лучший вид сейчас будет. Посмотри. Я хочу на тот мост. Все, душа моя сейчас развернется и свернется обратно. Посмотрите, как классно. Ребята, как красиво. Но, ну разве это не красота? Вы посмотрите, женщина кайфует. Зарядку, походу, делает. Я бы на ее месте поступила бы так же. Класс. Классно. Вообще, глаза видят гораздо интереснее картинку, нежели телефон. Есть бюро, в котором вы можете себе взять экскурсию. Мы тоже, наверное, могли, если бы пораньше приехали. Но это будет завтра, видите, часы работы. И, в общем-то, вот все здесь написано. Мы завтра сюда придем. Ряд какой торговый. Красота. И вот этот вид. Экскурсии написано. Вот парень продает медовушку. Дал нам попробовать. Смотрите, грибочки. Это здесь торговые ряды в Суздале. Можно прогуляться. Вы здесь каждый день? Практически. Практически. По выходным. Красота. Рано. Огуречное варенье мы нашли. Ну и шишек мы и сами варили, помните? Здесь еще огуречное варенье. Это наш эксклюзив. Сбитень, морс. Только мы его варим в Суздале. Медовуха. Медовуха не очень вкусная. Без дрожжей, без сахара на перге. Давайте пробовать кормить меня. Будто апельсин ем. А или там, я даже не пойму, что там это. Там есть апельсиновые цедры, правильно. Возьми. Девушка вам. Да, приезжайте, я все там попробую. Правда, далее. Здесь торговые ряды все продают. Такое здание. Здорово. Я забываю даже снимать, потому что хожу, любуюсь. Классно. Ресторанчик. Ага. И лошадки. Еще один. Да тут все, сплошной туризм. Здорово. И такие доброжелательные, да, Виталь? Ну, класс вообще. Люди вообще супер. Обалденное местечко. И близко, недалеко. От Москвы? Всего 280 километров. Ну? Грубо говоря, мы за 3,5 часа доехали, не торопясь. Слушай, ты со своей бородой тут так хорошо вписываешься во всю эту вот... В этот город. Я так не хочу вписываться никуда сегодня. Как жаль, что вы не можете оценить это глазами, как я это вижу, только через камеру. Это так живописно.